Все помнят, как недавно в нашей комментаторской побывал Али Багаутдинов и как он отдельно акцентировал внимание на вот этих неудержимых, поистине неудержимых парнях. Папа и Пиранья в черной форме. Они за свою команду в очередной раз выходят на арену. Ну и именно Папа будет облачен в этот самый Рашгар. Я думаю, вы так же, как и я, запомнили, что означает вот это слово. Ну, мы можем видеть, как красуется, ну, вот эта облегающая штучка материального характера на Папе. Соответственно, напротив них красный фон, боевик и викинг. В Рашгард облачен боевик, вот он красуется, улыбается. Ну, вы знаете, я думаю, у ребят-то коленки, если не очень в открытую тряслись, то эту дребезь они скрывали, конечно, но ощущали. И смотрите, не рвутся вперед, они прекрасно понимают, кто против них. Я хочу сказать, что наши ребята, например, боевик КМС по тайскому боксу. Молодой парень-то! Но еще моложе, и это практически самый молодой участник. Викинг, который имеет титул КМС по самбо. А напротив них настоящие профессионалы, призеры, чемпионы и так далее и тому подобное. Но вы знаете, на нашей арене всякое происходило, и кто его знает, что сегодня продемонстрируют ребята из Industrials. И вы видели, как Папа пропустил несколько ударов от Викинга. Смотрите, как Викинг-то размашисто дерется. Пиранья проводит неплохой удар, покусал своими острыми зубами боевика. И наблюдаем, как Папа, в какой-то момент забыв, что первые два раунда без болевых и удушающих, но об этом четко помнит рефери в ринге, а вернее на арене. И прямо сейчас ребятам предстоит продолжить. И смотрите, отличная тактика у неудержимых. Они ни в коем разе не боятся. Просто они набирают очки, прекрасно понимая, что этот бой может продолжаться долго, что решение о победителе может приниматься уже по судейским запискам, и они набирают очки. Правда, в этом случае они не сумели отстоять высоту. Настырный Викинг забрался туда, к ним в дуэт, разбив его. Это, знаете, как шампунь ополаскивателем в одном флаконе, так вот он как кондиционер туда вошел и прекрасно себя чувствовал. Ну да ладно, наблюдаем, как Викинг вот в такой странной манере отбивается от наскоков Пираньи. На всякий случай пропускать удары в этой весовой категории 80 килограмм до 80 не рекомендуется. И чем это закончилось в предыдущем поединке, мы прекрасно помним, как здорово там себя проявил гладиатор. 2 минуты пролетело. Учитывая то, что практически незаметно это произошло, стало быть очень насыщенным. Оказался первый раунд противостояния. Industrials. Чем мне получили 2 замечания, а это первое предупреждение. Соответственно, любое замечание может вылиться для них в дисквалификацию. Yeah.
Ну, вы знаете, вот только что Добрыня Герасимов, который чуть-чуть других следит за тем, что происходит на арене, ну и ближе многих находится, сказал, что сейчас у нас в этом поединке, кто бы мог подумать, 1-0 впереди Индастриалс. А вот такая вот неожиданность. Но еще гораздо хуже для поклонников. Для поклонников неудержимых гораздо хуже звучит то, что у их, а возможно, уже состоявшихся кумиров, два замечания. Еще одно, и они могут подвергнуться дисквалификации. Действительно, заметили мы, как за пределы арены вышел один из соперников. Ну, давайте посмотрим, как продолжится эта схватка. Теперь неудержимым надо более четко производить свои удары, более жестко их ставить. И вот эти ребята, которые много титулов завоевали. Ну, вот Пиранья, мы смотрим прямо сейчас на него. Чемпион столицы Российской Федерации по боксу, боевому самбо, панкратиону и кунг-фу Саньда. Вот представляете, какой урожай из самых разных титулов. И прямо сейчас он, вы знаете, как жених со свадьбы увозит невесту. Вот так вот выбрал одного из оппонентов, который подходил больше, и просто вынес с пирога. Молодчик. Стоп. Остановите бой, рэперы, остановите бой. Мурат, что случилось? Ну и вы видите, как боя останавливают. Что неправильно сделал Пиранья? Чем сейчас он недоволен? Ну, мы вот то, как красиво я обозвал вот этот вынос с фигуры, оказывается, не совсем дозволенное действие. Папа находится на пироге, и он достаточно расстроен. Захват шорт был проведен после броска, то замечание не засчитывается, бой продолжаем. Вот так, ну что? У неудержимых могут воспрять духом. Замечания не засчитали, и сейчас время расстраиваться команде Индастриалс. Хотя бы по той причине она не так проста, как хотелось бы. Ведь это только прибавит уверенности и так в огромных силах команде неудержимые. Они и так лидировали. Да, были замечания, но сейчас им надо действовать более осторожно, но в то же время более выверенно. Смотрим на разрисованного викинга, и эти идут вперед. И тут же наблюдаем, как боевик схлестнулся с папой. И они на этом пироге, вот так вот кувыркаясь, сейчас, наверное, скатятся. Не отворачивается боевик от вот этих ударов в область уха. Ну, вообще, куда попадет? А папа может быть точно и очень точно. Никто не летит. Ох, как же сложно викингу приходится. Этот парень не такой профессионал, как Пиранья. И в данный момент он его мочит. Стоп, остановите. Второй раунд. Очень жестко. Итак, самое время сделать выводить, небольшой брейк. Второй раунд завершен. Но я могу наверняка сказать, что в третьем раунде придется еще тяжелее. Ведь и Пиранья, и папа мастера выходить на болевые приемы. И также здорово им удаются удушающие. Что там будет? Ну, главное не получить последнего китайского предупреждения, после которого им не останется ничего, как согласиться с первым поражением. И это я философствую неудержимо. Мы помним, что у них есть два предупреждения, и третье может оплатить дисквалификацию. И по баллам-то смотрите, как скромно только что громогласный голос Добрыни Герасимова рассказал, что первый раунд выиграла команда Industrials 1-0, во втором также с минимальным преимуществом победу одержали неудержимые. Как же слабенько это отразится в таблице. Единственное, что необходимо делать ребятам, это два нокаута сейчас выдать на гора, и это сразу же, ну, два раза по пять очень даже прилично будет выглядеть. А так, я даже не знаю. Болевые удушающие приемы.
насколько у них есть шансы возглавить сегодня турнирную таблицу. Уже не так рьяно. Ох, какой удар папа пропускает. Неужели нокдаун? Нет, запрещенный прием. Только что был произведен. Так, замечание. И в то же время пиранья. Вот! Вот он, пиранья, производит удушающий прием. И смотрите, как викинг пытается и выкручивается. Вот это красавец. Не знаю, выиграет ли он этот бой, но то, что он проявил себя в этом эпизоде настоящим победителем, нет никаких сомнений. Спешит на помощь своему партнеру викинг. Боевика там папа раскладывает по всем составляющим. На атомы буквально. Закончится гораздо быстрее. И представляете, насколько удивлены пиранья и папа. А вот это отпор дает индастриал. Нет, еще далеко не все закончилось. Какие удары по пиранье. Только что боевик своей длиннющей ногой-то произвел. Распределились пары. Хватается, как питбуль в ногу вцепился викинг. И у пиранья ничего не остается. Смотрите, не заходит за пределы арены. Понимает, что это грозит поражением. Пытался боевик удушающий прием на папе провести. Пиранья из последних сил добивает викинга. Не дает времени отдохнуть. Папа пытается завоевать хоть один пункт посредством борцовского приема. Но не тут-то было. И постоянно викинг рядом со своим партнером. Он понимает, что нельзя сейчас спускать, нельзя сдавать обороты. Слышим стоп. По-моему, не сумел додержаться викинг. Да, увы. Но мне этот парень понравился. Сколько раз он был на волоске от того, чтобы выйти из игры. И каждый раз ему удавалось как-то спастись. Во время одного из перерывов он наведался даже в врачебный кабинет. Ну, прямо сейчас передадим слово Добрыне Герасимову. Третьего раунда заработан командой. И победила команда неудержимая.